випала карта Ігуша Сантара Інтеграція. Що значить інтеграція? Ми представляємо собой некоторую сущность, в которой соединены две ипостаси – земная и космическая, земная и духовная. У нас есть логика мышления, и у нас есть духовное осознание. Но все это соединено вместе. Я сегодня хочу вам дать медитацию на соединение сознания земного и космического. Эту медитацию я делала не раз, пришла она не сегодня, но когда я вытащила карту, именно эта медитация стала перед глазами. Итак, глубоко вдыхайте в себя. Выдыхая, закройте глаза. Представьте множество дверей. Мы проходим сквозь все эти двери, открывающиеся нам. Мы заходим в просторный, голубо-белый зал. Нас там ждут. Энергия высшего порядка, так как вы ее видите, придает вам яблоко. Яблоко разделенного сознания на материальное, духовным. Возьмите это яблоко, кто видит его уже целым, отличным, соедините мысленно материальную и духовную часть его. Кто видит его разрозненным, соедините две половинки этого яблока воедино. Увидьте, как это яблоко засветилось ярким солнечным светом. И на уровне интуиции внесите это яблоко, вложите его в свою голову. Вложите в свою голову осознание неделимого, и что вы являетесь как проводником и соединителем всего материального, сущного и всего духовного. Соедините это в себе, как будто вы соединяете две половинки вашего тела и застегиваете их на пуговицы снизу вверх. Первая пуговица находится на уровне первой чакры, расположена в ногах. Вторая пуговица находится на уровне второй чакры, расположена ниже пупка наших сексуальных органов.
Третья расположена в середине пупка. Четвертая расположена в области нашей груди. Пятая расположена в горле. Шестая пуговица, которую мы застегиваем, расположена между бровями, там, где говорят, есть третий глаз. И седьмая расположена наверху. Вы соединяете два пространства, материальное и физическое, в вас. Осознайте это и примите это как великую божественную даму. Наполните светом и этим осознанием. И глубоко вдохнув в себя, выдохнув, откройте глаза. Приходите и открывайте наш следующий день.